Марина Мариан Кабашилова. Есть? Тогда Татьяна Подсаева. Есть Кабашилова? Каждый случившийся день многократно, встречая на кухне соседку Катю, избегая ответа на равнодушные карты, перехожу на погоду, чтобы чего не сбацать. В Москве обещали к вечеру минус 20, окна заклеить, просто тепло одеваться. Знаешь, добрая Катя, такое дело мне, это небо за окнами до смерти надоело. Мама снилась опять вся в чем-то белом. Да много еще чешское пиво в фляжках, что я по Мясницкой, как по нудистскому пляжу. Ну, ты понимаешь, что? Тебе не важно? Нина Дубовицкая сейчас читает. Понравилась ваша зарисовочка, очень хорошо. Сейчас сейчас. Апрельский вечер. Ночь кончается в пять. Резв рассвета разбег. А под вечер опять возвращается снег. Покрывается льдом поле снежных утрат. На откосе седом много черных заплат. Резвый ветер ослаб, долгим днем потомлен. На заре был крылат, на заре был влюблен. А весне нипочем ветра сонного грусть, и ему внесон льда последнего хруст. Спасибо. Татьяна Подсаева. На небе ночну несказанной красы силуэт. Мать природа явила на миг свой огромный волшебный бордель. Одеяние ее украшал кружевных облаков воротник. Яркой брошью горела луна, оставляя в тени ее лик. Был подол ее бахромой в отдаленье чернеющий лес. Блестки сыпались шали ее, это падали звезды. Я стоял, как в кроватке дитя, на высоком сосновом крыльце, и улыбку я узнавал на спокойном и добром лице. И с тех пор я немного иной, потерял и друзей, и врагов. Я как будто и счастлив, и нет, слышу шорохи вечных шагов. Мария Миронова. Ты долго билась в скорлупе, моя душа, мое начало, пока нащупал распев, которым ты в себе звучал, по тону тонкого весьма, не придавая ему смысла, с трудом я шла, а рядом тьма, и тьма внутри, ее тесьма меня по-своему вела. Баюкая цепями висла, но что-то просто распрямлялось, благодаря и вопреки. И от рождения усталость пройдет когда-нибудь, растает у света пламенной реки. Так, Мария Миронова. Федор Филиппов. Федор Филиппов. Федор Филиппов. Пожалуйста. Заканчивай.
карманы просто большие надо пришить. На ложку, А в кризис это особенно актуально. Держи карман шире. Нет, пока мы приехали, тут пиджачок, работа на карманчик. Когда шел сдавать в матанализ, там фиг уходит сюда прям. Надо все ветром. Ну, здесь. В общем, у меня предложение сделать как следует. Обрезание сделать. И будет это нормально. Ну, у нас же не синагога. Ну, это нормальная синагога. Вот. К стихам вернемся. Да. Я оттуда вам читать. Как все? Да. А ты по маленькому? Да. Или все-таки? Может, по большому. Ты уже на 4 наговорил, Петя. Ты уже на 4 наговорил, да. Нет, я просто должен сначала определить вообще. Потому что после Габоя народ немножко как-то так зачах. Даже как-то народ раздвинулся. Тут вещь, конечно, хорошая, но... Значит, друг вообще ушел. Не могу быть. Федь, у нас до 9 время, у нас никто не прочитает больше. Это какое ритуальное слово? Вот это серьезный вопрос. Это серьезно, а? А надо ли? Нет, вот пусть смотри читать. Ну давай я так читать. Но зачем мне надо? Хотят послушать. Вот я с вами разговариваю. Вот. Ладно, я тогда отпускаю короткое стихотворение, поскольку мне Нина больше не дает времени. Какой вызов вам всем лицом. Всем так. Гумилева поставили к стенке, потому что при взгляде на хама у него не дрожали коленки. И смотрел как-то слишком уж прямо. Нынче время гуманит, но в этом тоже надо еще разобраться. Если к стенке не ставят поэтов, может что-то с поэтами браться? Никто не понял смешка на такой серьезной глубокой ноте. Вот, ну, пока не объявляю следующий отчет, как должен читать? Федору альманах и газету. Федь, замечательное стихотворение, спасибо. Федор Филиппов для вас. Мне подарили этот. Вот, да. Спасибо большое. Председатель секции остроумной литературы. Ходите на третью среду. Каждая третья среда месяца. Народный дом. Аркасом, все ко мне. Да, Федор Филиппов. Ильдар Нуриснам. Что передам? Лично, ученику. Как символ дружбы русского и иностранных народов. Я думаю, он вас развеселил, это уже хорошо. То есть у нас должны быть какие-то паузы. И одна из них – это самая великая, конечно. Но, тем не менее, пытаемся писать достаточно как бы серьезные стихи, потому что нельзя все время иронизировать, называется. Я посмотрел, здесь очень часто упоминается слово. Про Гумилева начали тоже, о его слове. Вот. И, соответственно, я тоже написал стихотворение, практически вот здесь, сидя на коленках, называется «Слово, три точки поэта». Поэта слово – новое рождение, и вызволит его из темноты, оно найдет другое отражение, блеснет словечко мигом красоты. В поэзии язык звучит сильнее, кипит в словах вся мудрость бытия, и речь летит приятнее и роднее, поет в душе капельными ручья. Так слово развивает речь родную и двигает в сознании народ. Поэт не тратит слов и фраз пустую. Он слову придает живой полет. Составит фразу, что спина хладеет, где слово остановит смертный бой, когда старик от фразы молодеет, воспрянет человек кошмарный зной. И слово сохранит в народе знание посредством песен, виршей и баллад. Поэта бессмертит труд, старания, без ожидания всяческих наград. Так, теперь, наверное, прочитает Олег Челап.
Мы его объявляем? Он может быть, он пропоет. Он пришел. Ну, вот такие дни сейчас идут, что сразу в нескольких местах люди читают и поют, наполняя атмосферу звучанием стихов и музыки. Олегу Челапу исполнилось 199 на той неделе. Да, поздравляем с юбилейной датой. Вот это куда? Сегодня не просто отмечание Всемирного дня поэзии, хотя я не понимаю, почему все трезвые сидят. Все-таки поэзия как-то предполагает. Не все, Олег, не все. Не все, да? Нет, ну, некоторые уже не доехали. Судя по некоторым выступающим, я догадываюсь даже. Значит, с утра выпил целый день свободно. Значит, в этом году, на стыке прошлого этого года, сейчас я хвастаться буду вслух. Значит, у меня вышла поэтическая книга «Пчела, пчела», выходки и басни. Я ее представлял в Союз литераторов. Это было не далее, как 14 января, насколько я помню, буквально там первый день Нового года по старому календарю. Вышла в издательстве «Белка» эта книжка. И поскольку мне было позволено отсюда прочесть одно стихотворение, я это сделал. Нараспашку окно тянет спелым дыханием хлеба. Вновь беспечность в делах, я давно не читаю газет, и шагнув за порог, я пойду наугад за три моря, три поля, три неба, потому что без этих по солнцу хождений ни в чем продолжения нет. Я пойду наугад, попадая в десятки историй, размышляя о том, что любовь – добровольный мой плен, что мечтания мои охраняют меня от беды, от тоски и от горя, и живут во мне тысячу лет без гарантии взамен. Беспорядок в стремлениях, зато обрученный с надеждой. Молчаливы чернила и ждут в нетерпении слов. Мне еще предстоит удивляться всему, оставаясь счастливым невеждой. Мне еще предстоит угадать продолжение снов, но бессонница слов. Беспокойно, светло и нелепо. Быть свободным – любить, а любить – согласиться на плен. Но раздумья мои, но хождения мои за три моря, три поля, три неба продолжают мечтания и жизнь без гарантии цели. Вот. Ну а поскольку речь пошла о юбилее, дело в том, что я играю в группе, которую придумал сразу после школы. И в этой группе играют два моих одноклассника и еще один персонаж, который на год нас младше. И так случилось, что в этом году нам на четверых выпало 199 лет. Мы выпустили 3 полтинника и 49, несложно догадаться, да? Вот. И мы выпустили такой сборник своих песен, он называется «199». Над названием долго не думали. Для этого сборника специально записали песню. И сейчас я попробую без ансамбля ее исполнить. Песня называется... А? Премьера? Ну, практически, да. Песня называется «Письмо с Аказией». Пишу тебе с Аказией, я пишу, а значит, жизнь диффузия. У нас во
темно в глазах, и всякий раз учащенное сердцебиение. Так это любовь, это знает любой. Даже сотрудники кондитерской фабрики станцию видишь, вряд ли проспишь. Но ты не спеши, нам как-то не улыбается. Немножко про любовь, свидание. Легким прочерк хлопнет белых, прямо в воду смудая. Пелена на черных скверах, где стоят деревья в ряд. Две чугунные покорили, тем не Чехова сюжет. Сдамы сердце посредине, поправляющий бред. Так легко чертить по снегу, детских знаков по разбу, распахнув пальто с разбегу, испытать свою судьбу. Что нам белые охапки, скупердяйство декабря, с нас ведь тоже взятки гладки, не ищите смысла зря. Снег, легкий пар дыхания, челка в капельках воды, безглагольность мироздания. Можно Илью Аганджанова? Пожалуйста, Илья Аганджанова. Как мы многие его знаем? Прибой оршинными шагами мерит время, и волны бьются в распахнутые двери утра и в запертые двери ночи, и словно эхо океана платаны шелестят на берегу. Все в этом мире, только блеск и шелест, это к ним подбирают слова, раскачнувшись на качелях горе и счастье, и ничего не умеем сказать, кроме здравствуйте и прощайте.
Толстой, нет пророка в своем отечестве. Пророк России был всегда, еще с Олеговых времен. Судьбу любую без труда заранее предвидел он. Но да, все видеть наперед, не в моготу переносить. Когда страдаешь за народ, ничто не можешь изменить. Пусть все, о чем он говорил, сбывалось волею небес. Но людям что его посыл? Какой им к этому интерес? А он упрямо жил для них, напрасно тратя столько лет, как музыкант среди глухих, как без читателя к поэту. Геннадий Готовский. Иосиф Рабинович. Обыкновенно стихи пишут на абстрактную тему. Я сейчас прочту стихотворение, единственное в моем творчестве и среди моих знакомых тоже, которое просто описывает события, которое действительно имело место в подробностях. Во время того, как мы ездили в экспедицию, ребята ныряли на очень большие глубины и на очень холодную воду. Там приходится нырять в памперсах. А мне кто думать, а? Эти дети. И вот выяснилось, что этих памперсов мы с собой не взяли из Москвы, когда приехали в Анапу. Называется «Баллада о памперсах». Я помню, Анадырский порт казался нам чудной планетой. Все грузы подняты на борт и поняли, памперсов нету. Вы можете сыто рыгнуть. Холить свой смех лошадиный, попробуйте лучше нырнуть в холодные злые глубины, где море чукотское спит в своем беспощадном величии, где холодом кости гнобит, и вам уже не до приличий. Мгновение стоит часов, часов охренительно трудных, возможно, и без памперсов, но только уж очень паскудно. В порту же Тойоту поймал и сунул в отделе сотнягу, сказал, чтобы сокол гнал ближайший аптеки бедняга. Тот врезал, как мог, по газам. С подскатов рванулась щебенка, и вот уж синеют глаза, и в белом халате девчонка. Так сколько ребеночку лет? Да 40 сравняется в мае. Больной, что ты, милая, нет, такой быка заломает. А что потерпеть, погодить? Да нет, организм это стынет. Клянусь, мужики, не забыть улыбку тех глаз ее синих. И вот телефоны звенят, вмешались и Зины, и Раи. Я на Тойоте назад стрелою на пирс вылетаю. Я прыгнул неловко на борт. Меня подхватили матросы. Мы тут же оставили порт, отдавши швартовые тросы. И ржали же все, твою мать, и не было нам угомона. Вы можете тоже поржать под рюмку текилы с лимоном. Григорий Орлинский. Смотрю, как в окно синеватую, сыпкую даль, как легко ты уходишь дорогами лунного диска, чуть качаясь плывешь неизвестно куда. Подожди, разве можно исчезнуть так скоро? Надвигается город, в котором пощады не жди, черно-белых безумцев, кишащие жадные орды, возлегаю на каменной вечной груди. Я бросаюсь, как полымя, в этот вертеп бесконечный, где любое признание, как снятый колпак у шута, где в немыслимой схватке схлестнулись две силы извечных, где целует Иуда бессонные губы Христа. Тони Егорова. Людмила Холодежная.
Да, завучили. А маленькая Сатарина? Когда имеешь свой талант, ты должен жить им и питаться. Не зарывать могилу, да, не хвастать им, и не бояться огласки и прочих глупых слов. В себе уверенным быть смело. В тебе кипит стальная кровь, и муза нам с тобой запела. Запела платяжная. У меня там стоит последняя моя книжечка «Поэт рисует слово». Вторая ее часть посвящена детским стихам для двух возрастов. Старший детский возраст и от двух до пяти. Я прочту стихотворение «Золушка». В самой дальней сторожке Золушка жарит картошку. Вечно в печке огонь. Фея берет осторожно Золушкину ладонь. Крошка надежды согрета. Тыква вместо кареты, кони, шестерка, ушат. Где-то на краешке света бал и огни дрожат. Капельки легкого звона, вечно сказки, законы. Время с бала бежать, снова должна Сандрильона туфельку потерять. Туфельки хрупкие ножны для ступни осторожной, ложа из хрусталя. Кто надеть ее сможет, станет женой короля. Ранний порой весенний сказка, судьба, везенье, тропка, дорожка, стезя, вечное вознесенье. Из нищеты в князья капельки легкого звона, вечные сказки, законы. Время с бала бежать, снова должна Сандрильона туфельку потерять. Юрий Клейберг, пожалуйста. Тогда Евгений Степанов. Я помню под гармон у очага мы пели, а рядом за стеной топтался белый конь. И музыка плыла, стелясь над перевалом, плескалась, будто песнь дурманящим дымом. Как птица в небеса влада ввысь уплывала, то старый был напев тиронский, годный дном. Спасибо. Вообще закончились все по этой позиции. Сейчас Наталья Рожкова. Таня, еще одна просьба. Я вижу, что у нас очень давно не была Ольга Бибикова. Интереснейший поэт. Вот она сидит на последнем ряду. Тогда пускай читает. Ей, конечно, далеко, конечно, идти, но вдруг она дойдет до микрофона.
это все тянется без смысла, без толка. Закрыт экран, но капает вода, и время тиканьем часов уходит. Какая это право ерунда, одевшись, вспомнить, что не по погоде. И вот опять кругом ты виноват, не греют бывшие родные лица. И светит лампа, может, сотню ватт, а может даже и во все. Давно не была у нас, став бабушкой, извиняюсь за подробность, Инна Риховская. У нас уже ты так вот об этом сказала, когда придется прочесть стихотворение, написанное на рождение Шопена. Это не так плохо, правда? Расчислена гармонией таинственной, мозаика капризных хромосом. И во вселенной лона материнского парит ребенок, беззащитный и невесом. Он выплывает золотистой рыбкою из сумрачных глубин небытия, таинственной и мудрой улыбкою лучится, обращенный внутрь себя, словно провидит, что судьбой отмерено, отведено, что на веку его произойдет, что знаю мы в своем глухом неведении о тайнах жизни, коей он живет. И в точный час с луной далекой сверенной, что движет воды материнских рек, он криком властным возвестит уверенно: я в мир пришел, и аз есть человек. Хотение можно несколько книг, если она не будет. Можно еще одного загадочного человека? Это Игорь Бурдон. Нет, ответ, конечно. А у меня есть? Нет. Да, у меня есть. Спасибо. Может, у кого-то еще нет? У меня просто много. Человек из подвала номер один. Подвале же. Сигареты дьявол, столичную водку пить в деревне, где нет переправы и некому почту возить. Раскрывши старые письма, в молчании сидеть за столом, смотреть, как желтеют листья у старых берез за окном. Умом понимая сущность больших перемен в стране, почувствовать сердцем скучность, остаться душой в стороне. А чтобы не было грустно, а чтобы не было скучно, соседка придет, тетя Дуся, старинную вспомнит частушку. Сидит Ленин на престоле, два нога на по бокам, нынче землю разделили по живущим едокам. Игорь Бурдонов, не только интересный поэт, но и замечательный прозаик, еще и серьезный ученый, вот везет же одному. Всего один Игорь Бурдонов. Недавно, ну не так давно, несколько месяцев назад, у нас была презентация книжки Ирины Сугловой. Теперь все говорят, мы хотим читать столько же, сколько читала Ирина Суглова. Она прочитала почти всю свою книжку. Но мы разрешим ей прочитать только одно стихотворение, потому что каждое стихотворение Ирины Сугловой – это маленький шедевр. Боюсь, что не ошибусь. У меня есть диптих «День поэзии» называется. Первое прочитать или второе? Второе. Тогда будет немножко непонятно, потому что... Тогда первое. Хорошо, тогда так, поскольку в мере того, что все пойдут подбородка отмечать «День поэзии», тост. За нее, за поэзию русскую, стоя по-гусарски, как в юности дни, с логотка, за незыблемость места ее и безумство устоев, по последней нальем. До последнего выпьем глотка, ибо пить нам с тобой за нее до последнего вздоха, как она не капризна и как не безжалостна к нам,
как бы нас не гнула, и не кромсала эпоха. За нее что там пить? Умирай до последнего нам. За ее верноподанных, или же ею плененных. И за жертвенник этот, и жертва ее алтарей. За нее нас полюбят и бросят мужья или жены. За нее наши дети своих проклянут матерей. И когда тебя бросят, друзья, по комку чернозема, как над воином падшим, берут сослуживцу в ружье, расплескавши бухло, чтобы кто-то вздохнул из знакомых, повторяя твой тост, понятно, не только своим, за нее, за поэзию. Я думаю, кто не знает, а кто не знает, то посчастливилось сегодня познакомиться. У нас сегодня много поэтов, а вот сидит потрясающая Наталья Шмелько. Трудно. Да, вся закутанная. Но, Наташа, мы тебя очень любим. Если будет возможность, мы с удовольствием послушаем, как ты читаешь Губанова. Но не сегодня. Значит, будет еще. Будет еще время и обязательно послушаем. Вы знаете, вот несколько недель назад состоялся вечер памяти Александра Долина у нас. Хотя Саша Долин не был членом Союза литераторов. Членом Союза литераторов уже много лет его вдова, жена Наталья Рожкова, замечательный поэт. И вот ее стараниями и стараниями издательства «Вече», да, Наташа, я не путаю, да, издана книжка, очень интересная. Саша Долин сам ее подготовил, но не успел издать. И вот очень хотелось бы, чтобы Саша, который много делал для нашего Союза, он помещал статьи о Союзе в литературной газете, публиковал очень многих наших поэтов, публицистов в разных журналах. Вот такая была у нас взаимная любовь. И очень хочется послушать, Наташа, одно из стихотворений Саши. Я очень благодарна моим товарищам по Союзу, что они помнят Сашу. Это стихотворение, за которое он в свое время получил выговор по работе. Тогда велась активная борьба с алкоголизмом, если кто помнит. Вот такое стихотворение. «Я не люблю непьющих мужиков, которые ни-ни, пусть даже малость, мне кажется, в них что-то поломалось. Не более это, их удел такого. Не принимаю неприятия тонких вин, игры оттенков, запахов и вкуса. Они произведения искусства и капля солнца допленки в крови. Или с морозца крякнув стопку водки русской, отведать сало, белого гриба, румяного с капустой пирога, всего, что испокон зовем закуской. Не возбранишь с морозца стопку водки русской. И я хочу за дружеским столом быть с тем, кто преданнее и сердцу ближе, кто чувством веры не обижен и чувством красоты не обделен». Поскольку у вас уже много лет назад была совместная книжка, прочитай одно из своих стихотворений. Может быть, вот из последних, может быть, про Питер, которого ты сама так испугалась. Про Питер? Ну, в книжке этого стихотворения нету, но я ни в коем случае не хочу обидеть жителей этого прекрасного города. Вот. Ну, такое вот у меня есть, например, недавно написалось такое суровое стихотворение. Называется оно «Признание», эпиграф из Пушкина «Люблю тебя, Петра Творенья». Я тебя не люблю, Петербург, Ленинград, Петроград. Потому что сидит на игле золотой, непогоде по-прежнему рад. Серый, грозный орел, он за каждым движением следит. Здесь Есенин вошел в Англитер, здесь был Пушкин убит. Перья влажные от сырости вечной, и клёкот пугает людей. Убежать бы от страшных квадратов твоих ледяных площадей. Чутко дремлет корабль, чтоб бабахнул тогда холостым. Сколько судеб сгубил, превратив их в две строчки и дым. Отчего-то носил имя древней прекрасной зари. Хоть на запад смотрели стеклянные очи твои. Плотник-царь, усмехаясь жестоко, здесь пот утирал. Здесь монархов взлетали куски, караул караулить устал. Если что-то осталось в душе моей и в голове, я щекой припадаю к любимой растрёпе Москве. Спасибо. Господа, обратите внимание на немыслимое сочетание блондинка, красавица, хороший поэт. Такого просто не бывает, бывает только у нас. Наталья Рожкова. Наташа, между прочим, обратим внимание, что эти питерские в основном к нам переезжают.
в нашу растрепу Москву, между прочим. Так что здесь все нормально. Вот Татьяна Кайсарова многих объявляла, а сама еще не читала. Дело в том, что у Татьяны голос тихий, а стихи очень хорошие. Так что создадим такой момент наибольшего благоприятствования. Да? Татьяна Кайсарова. О Боже, не оставь, так властен и тяжел твой невозможный дар для разума и плеч. Великие враги, как паутина сон, ты не подсказал, как душу уберечь. Нет, ты не подсказал мне узнавать самой, как заново кроить пространство новых снов. Ты просто развязал заветный пояс мой и лишь позволил жить в свободной стайке слов. О Боже, знаешь ты, чем старше, тем светлей у памяти глаза, и тает ближний круг. Над пропастью горят цветы моих полей, гудит лесоповал, и только голос глух. Не вспомнит профиль мой ни грифель, ни багет, и только ты, Господь, бездонний картотек, учтешь за уйму лет и первый шаг, и бег туда, за поворот, где предречен ответ. Татьяна Кайсарова, она не только поэт, она замечательный редактор. Она много лет работает в газете «Московский университет». Она еще художница, у нее картины есть. Она еще тут стала и рассказы писать. Ну, вовлеклась в одну судебную историю. Такой рассказ написала про эту женщину, что если мы сейчас бы его опубликовали, то, я думаю, все могло бы измениться даже в более лучшую сторону. Ну, а мне хочется, чтобы читали стихи и руководители Союза литераторов, хотя, вот, например, Валентин Гуглев отказался, он сказал, что сегодня не читается. Но я понимаю, начал с этого еще и Валерий Дудаков, он сказал, что рука болит, хотя, казалось бы, при чем здесь рука? Но... Держать чем? Чем держать? Да, но у поэта свое видение. А где микрофон, а книжку чем? Можно газеточку легкую взять, вот, которая там стихотворение напечатана. Ну, думайте, пока время еще есть. А мне хотелось бы, чтобы еще одно стихотворение прочитал Вячеслав Сысой, Вячеслав Дмитриевич. Человек многообразный, очень много пишет по истории юстиции и пишет интересно. У него есть интереснейший цикл «Как в старину судили». И надо сказать, что Россия не особенно изменилась. Ну и детские рассказы, и все. Вот такой многогранный человек. Вячеслав Сысоев. И вот опять звезда упала, еще одна сгорела жизнь. И что с того, что звезд немало, ты все равно душа дрожишь. Остановило чье-то сердце, прервался чей-то разговор. Ну, унывай, душа, надейся, дружи с надеждой или вздор. Все было, праздники и будни, и что достанется потом? Неважно, долго ли не будем, важнее все. Спасибо. Второй сопредседатель. У нас два сопредседателя Союза. Дмитрий Цесельчук отказывался читать. Главный редактор по своей газете читает. Ну, у нас в нашем живом ТВ Артема Каренина реклама разрешена. Вот семь книг, поместившиеся под одну обложку с названием «Непрерывный фотомонтаж», лежат в холле. И после этого через год одно маленькое стихотворение. Ну, просто книга долго делается, и все внимание уходит. Дым идет из труб, вертикально вверх, у крыльца в сугроб запрессован снег. Это месяц март разостлал свой наст, в небе месяц мертв, будто выбит глаз. На дороге тень, в небесах низги, но светает в сень и скрипят
вас наш вечер, но как вот без музыки. Музыка сегодня звучала, Бенджамин Бриттон и Олег Челап, недалеко от него тоже звучал. Но у нас есть еще одна гитара, Валентин Мазур. Он был членом Союза писателей, потом ушел оттуда, пришел к нам. Бывает не так часто. Так, а я вот хотел бы, чтобы мне две дамы помогли. Нам нужно было две дамы на подтанцовочку. Найдутся смелые, да? Вот Татьяна Пацаева попросит. Ну? Может, Стасю Дорину? Машенька, ты как? Готова? Ну, так, да. А Тоня? А еще? Тонечка. Тонечка. Кто из дам? Очень просто все. Говорят, подключаться. Так, ну кто из дам? Танцев что? Еще не было. Танцы в прямом эфире. Да? Ничего. Наташенька, ну, помоги. Ну, придется мне тогда за одну даму забить. Итак, вторая гонная песня. Так, может, все-таки кто-нибудь придет? Сверочка. Нет, коня не надо. Да, подтанцовывай. Так, сначала небольшая. Значит, нужно три раза сказать. Я пою, говорят девицы, если ты говоришь здрасте. Говорят девицы, говорят здрасте. И третий раз говорят девицы, здрасте. Тоже здрасте. Опять воспрянет статус-кво.
Валентина, можно попросить просто на прощание какую-нибудь такую вот хорошую такую песню, такую, чтобы она как бы такая объединяющая, такая вот такая подвальная была. Ну, брали вот тогда. Серьезно. По всему горизонту дожди, как вдалеке полыхала гроза. Ты сказала, оставь уходи, но другое сказали глаза. Ты не верь всем обманным словам, они сказаны тем, кто вокруг. Тайный смысл предназначенный нам, мы без слов понимаем, мой друг. Без любви нам никак не прожить, захлестнул музыкальный прибор. А как хочется в вальсе кружить, так давай же станцуем с тобой. Спасибо, что мы сегодня в музее Маяковского получили такую возможность. Всего хорошего. До свидания.